что такое Дом удивительных людей? Наши ребята, мы их называем студентами, на самом деле очень открытые, очень такие в хорошем смысле наивные, немножко уязвимые из-за этого. Мы с ребятами работаем по трем направлениям. Первое – это работа, это мастерские, керамика, столярная мастерская, бусиничная, швейная. Сейчас у нас появилась театральная мастерская еще, мастерская истории. Второе, что мы делаем, мы с ребятами ходим там, на разные мероприятия. И третье, что мы делаем, мы учим ребят самостоятельно готовить, ходить в магазин, убираться, стирать. Для нас, может быть, это кажется очень простыми действиями, но для ребят это зачастую сложно. На это направлена определенная там, наша работа. Самая главная цель нашего проекта, чтобы такие ребята там, с ментальными нарушениями, опорно-двигательного аппарата нарушениями могли выходить в мир, чтобы он был для них доступен, и чтобы они чувствовали себя там комфортно.